ждали, а потом узнали, что он будет первый, скоростной и очень удобный, в центр Москвы, и все другие варианты неудобные, самолет еще пока дорого, поэтому мы на этом поезде. Сегодня одновременно две скоростные «Ласточки» отправились с перронов в Минске и Москве. Их путь займет 7 часов, причем проезд разрешен только гражданам Беларуси и России. Мы давно собирались поехать к родственникам. Мы посмотрели просто, что на сайте появились продажи билетов. Взяли стандартные, знаем то, что он на сегодняшний момент самый быстрый поезд. Идет 6 часов 55 минут. Сидячие места, посмотрим, насколько удобно. Ждали его, купили билеты на «Ласточку» первый день. Это может быть альтернативой самолету. Последние билеты оставались, взял. Отправляемся в Оршу. Вообще хорошо, то, что можно на поезде добраться до Москвы. Как-то на поезде более комфортно, более удобно. Я белоруска, но живу в Москве с мужем, а здесь у меня сын. К сыну приезжаю часто, поэтому самолет не вариант часто. Первый раз буду ехать, вот и узнаю, насколько он комфортный. Мне кажется, он, ну, сиденье удобное в любом случае, по времени терпимо. Удачливого первого пассажира «Ласточки» чествовали перед отправлением поезда. Еду к дочери в Москву навестить дочку, недавно родилась внучка. Вот, и сейчас предоставилась возможность поехать в Москву таким прекрасным поездом. Вот до этого можно было лететь только самолетом, либо плацкартом. Билеты дорогие, и сейчас можно было поехать по цене маршрутки той же. Пассажирам предлагают три класса обслуживания – эконом, базовый и бизнес-класс. Самое важное – безопасность пути следования. Мы, как вы видите, все находимся в перчатках и в масках. Система кондиционирования воздуха оборудована средством обеззараживания воздуха. Стоит отметить, что здесь действительно достаточно комфортно. Есть питьевая вода, есть куда этот стаканчик после питья утилизировать, и температура воздуха тоже достаточно приятная. «Ласточки» будут отправляться ежедневно в 16:00 и в 6:20 утра. Расписание зеркальное. Одно время для Москвы и Минска.